Всем привет! Сегодня мы поговорим о бабочках семейства парусники. Это одни из наиболее красивых бабочек во всем мире. И очень большое семейство. А теперь некоторые интересные факты об этих бабочках. Размах их крыльев от 5 сантиметров, вот таких вот маленьких, полексены и аполлонов некоторых видов, до очень больших. Вот некоторые птицекрылки, самки птицекрылок, могут достигать размаха крыльев до 30 сантиметров. У многих бабочек семейства парусников вот такие хвостики на задних крыльях, поэтому их называют хвостоносцами, как вот мы видим вот у многих у этих бабочек. Очень много видов парусников являются бабочками ядовитыми, о чем я уже рассказывал в прошлых выпусках. Очень многие виды бабочек парусников в природе очень редки и охраняются законом во многих странах. Например, если на Новой Гвинее поймать птицекрылок, вот таких вот бабочек, то можно получить 3 года тюрьмы. Есть очень бабочки дорогие. Например, птицекрылка королевы Александры стоит 10 тысяч долларов за пару, самка и самец. Вот так вот. Гусеницы бабочек-парусников известны тем, что у них есть за головой такая железа в виде рожек. Если бабочку потревожить, гусеницу потревожить, она эти рожки высовывает, издает резкий запах, и хищника этим отпугивает. Ну и предупреждает о том, что она несъедобна. Вот так вот бабочки эти защищаются. Многие бабочки семейства парусников могут менять цвет. Еще у многих бабочек и семейства парусников самка очень сильно отличается от самца. Например, у птицекрылок, если самец вот такой вот синий или зеленый бывает, то самка раза в два больше и бело-черно-коричневая, вот такая вот. Ну вот такая информация о бабочках-парусниках. Следующий выпуск будет о бабочках-брашниках. Всем спасибо за внимание.